Подходи по одному. Подарки даем в порядке живой очереди. Зачем принцессе туфли? Но у меня больше ничего нет. А вот сапоги у вас какого размера? 44-го. Это как раз ее размер. Я вижу несправедливость. Друзья, мы опять нужны людям. И кто будет мыть посуду? Я не могу. У меня маникюр. У тебя уже вторую неделю маникюр. А ты бы предпочел, чтобы я ходила страшная, да? Концерт будет здесь. После концерта принцесса выйдет на сцену сказать, кого выбрала мужья. Как только она назовет имя, я подам знак, и мы... Не-не-не-не-не, даже не думай. Знаешь, сколько на этом концерте будет охраны? Да, но если нам это удастся, мы сможем одним махом ограбить всех богачей. Мы как настоящие десантники, да? Как морские котики. Ты больше на морскую свинку похож. Мы заберем у них все. И раздать им бедным. Это же Трубин Гуд. Это ограбление. Что нам теперь делать? А? Вы обречены! Сопротивление бесполезно! Это видел? Какой чудный у него голос. Принцесса! Очень рад, что у вас все срослось. Совет вам да любовь. Но вот моя женщина, похоже, вляпалась. И наши друзья, кстати, тоже. Немедленно отпустите его! Держись, дружище, мы тебя вытащим быстрее, чем ты думаешь. А как я думаю? Извините, прошу прощения. Простите. Я взял тебе попкорн, крошка.